Здравствуйте, меня зовут Олег Смыков, я директор агентства недвижимости «Паттайяград». В этом видео коротко о том, как оформить контракт на покупку онлайн. Для этого необходимо фото первой страницы вашего загранпаспорта, адрес фактического проживания, электронная почта и контактный номер телефона. Все последующие платежи идут напрямую от покупателя к продавцу, то есть к застройщику. Не существует каких-либо транзитных оплат через какие-то вторые или третьи счета. После оплаты депозита застройщик подготавливает контракт, вы проверяете правильность оформления и оплачиваете последующие платежи. Помощь в переводе денежных средств из Российской Федерации в Таиланд при необходимости мы оказываем со 100% безопасностью, быстро и законно. В Таиланде принята американская брокерская система. В контракте помимо покупателя и продавца указываются подписи двух свидетелей сделки. Один со стороны покупателя, второй со стороны продавца. Мы ставим свою подпись как свидетель сделки со стороны покупателя. То есть мы гарантируем правильность оформления контракта, его законность. Никто не имеет права продать контракт новостройки выше установленной стоимости застройщика. Однако мы работаем на рынке более 15 лет и можем предложить нашим покупателям более гибкий график платежей, дополнительные бонусы в виде мебельного пакета или незначительных скидок. Не откладывайте ваше решение в долгий ящик. Стоимость контракта фиксируется на момент внесения вами депозита и неизменно до окончания контракта. Это достаточно важно, поскольку застройщик увеличивает стоимость на объекте по этапам строительства. Инфляционные ожидания в России достаточно высоки. Удачи вам! Мы окажем максимально качественный сервис –